Президент России Владимир Путин не раз давал высокую оценку деятельности волонтеров, помогающих тем, кто, по словам главы нашего государства, сегодня находится на передней линии борьбы за нашу страну. Немалый вклад в это важное дело вносят и наши земляки. В зону проведения специальной военной операции из Тверской области отправили очередной гуманитарный груз. На этот раз на передовую направили 3 отечественных автомобиля «Шевроле Нива», а также медикаменты. Тему продолжит наш корреспондент. Совсем скоро эти 3 отечественных автомобиля будут доставлены на передовую. Они будут выполнять боевые задачи в направлении важного города Часов-Яр. Их мы отправляем при содействии правительства Тверской области. Все они будут использоваться на первой линии обороны, пехотой, спецназом, штурмовиками. Как обычно, автомобили прошли техосмотр. Техосмотр нам помогают проводить неравнодушные предприниматели нашего города. Традиционно автомобили в зону СВО отправляют не пусты. Так, для пехоты закупили ретрансляционный комплекс и рации, которые могут быть использованы на расстоянии более 50 километров. Также мы передаем медицину для нашего госпиталя, чтобы он был обеспечен даже не на 100%, а на 150%. Там и инструменты, и шовный материал передается в этот раз. Ну и при помощи наших школьников, жителей города мы передаем, как обычно, сладости какие-то, расходная медицина, которая всегда необходима военнослужащим, да, в случае каких-то простудных заболеваний. Тверская область оказывает постоянную поддержку военнослужащим. В зону специальной военной операции регулярно отправляют гуманитарный груз, который собирают в том числе неравнодушные жители региона.